Вот эта пешеходная дорожка, которая вызвала настоящий переполох среди жильцов улицы Малинина. Люди позвонили на телеканал с просьбой помочь решить вопрос с обустройством верных пешеходных сообщений. Благоустройство на Малинина начали делать после того, как по осени здесь прокладывали теплотрассу. Сегодня строители приступили к восстановительным работам. Однако, по мнению жильцов, совершенно не прислушиваются к их пожеланиям. Если говорить конкретнее, возмущение вызвало отсутствие ответвления, ведущего ко входу на рынок. 25 лет уже живем. А скажите, вот эти дорожки, они так и были? Либо было как-то... Нет, дорожка была к молочному ларьку, и дорожка была прямо на рынок. Вот нам нужно еще на рынок. Если из них сделать дорожку, значит, будет ходить по траве. Но дело в том, что уж как они начали, так это, вы понимаете, это большие вложения, большие затраты. То, что они посчитали нужным. Главное, что они расширили все это дело. Вот, и нас вполне устраивает. А сколько людей, столько мнений. Всем же не угодишь сегодня. Прекрасно вы понимаете это. Поэтому то, что будет, и за это спасибо. Я так считаю. Дорожка здесь по-любому должна быть, чтобы в рынок. Вот она как идет, эта дорожка. Вот она так и должна, прямо в рынок идти. Обязательно нужна, если инвалиды идут, детки, инвалиды, всех старики куда не пойдут, не пойдет туда ходить. Этот вытоптанный след говорит даже красноречивее устных пожеланий. О том, как будет выглядеть дорожка, мы поинтересовались у тех, кто курирует восстановительные работы. По их словам, строительство ведется строго по проекту. Работы будут выполняться с апреля 2018 года по июнь 2018 года, то есть 2,5 месяца. За это время планируется восстановить все благоустройство. На этом участке планируется восстановить все дорожки тротуарные, все зеленые зоны, насаждения. Все работы, повторяюсь, ведутся в рамках проекта, который прошел экспертизу. Средства на выполнение этих работ выделены на республиканский бюджет. Поэтому мы где хотим, и не можем выполнять работы, потому что за эти работы нужно потом отчитаться. Но жильцов поспешили успокоить. Дорожку к рынку все-таки сделают. Все дорожки будут восстанавливаться по старому следу. Где были дорожки, там они будут восстановлены. И подчеркиваю, и зеленая зона также будет восстанавливаться в тех границах, где производились работы. Уже в нашем присутствии рабочие начали отбрасывать чернозем с места прокладки будущей пешеходной дорожки. Восстановительные работы планируют завершить в июне. Эти сроки названы с учетом бульвара Юности, благоустройство которого также пострадало при прокладке теплотрассы. Лидия Поттер, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь».